Окончательно и бесповоротно приветствую вас, друзья, у аппарата Зоди на аппарате Life is Strange. Прошлая серия была у нас очень печальная, очень грустная и очень, по крайней мере, для меня тяжелая. То есть это была серия полная боли. В конце серии, в итоге, нам пришлось сделать нашей лучшей подруге эвтаназию. Но мы все изменили, мы снова вернули все на свои круги, исправили ошибку, которую мы совершили в прошлом и позволили погибнуть отцу Хлои. Даже не знаю, скажем ли мы ей об этом когда-либо вообще или нет. Думаю, о таком говорить просто не стоит. Нельзя. Давайте осмотрим эту доску со всеми зацепками. Подумаем, что мы теперь можем. So close, yet so far away. We have to do three main things. Right. What things? One, decipher Frank's logbook. Two, get Nathan's phone to find out where he's been during the Vortex Club parties with Kate and Rachel. And see whatever hidden shit he's got in his messages. Three, beat Step Douche Dan until he tells us about Frank, Nathan, and the Darkroom. And I do have a gun now. Keep it in your pants. We'll have to do this on our own. Dude, at least let me kick his ass, then rewind. Fine, whatevs. It's your power. Which I can't waste on shit like that. Or Blackwell would be in big trouble. At least you let me take that money to pay Frank off. Don't remind me. I just want him off your back. Our back. I know. You should get busy in the garage to see what dirt you can dig up. I'm gonna cyberstalk some names and see where that leads. Or to who. And be careful of Stepcrack. He's not gonna be a happy Жопчим. Camper after you reamed him yesterday and mom is giving him the boot. I'm on it, partner. Жопчим, молодец, Хлоя. Хорошее придумывает прозвище. I can't abuse this level of my rewind. Итак, нам нужно в гараж. Ведь так. You won this battle, Max. You broke up my family. I salute you. David, I didn't try to hurt you. Ever. But I won't let anybody hurt Chloe. Too late, isn't it? You just better be damn careful with her. Don't you wander off into the dark. Да уж, семью мы все-таки разрушили. Этого я как бы не планировал, но по-другому, думаю, поступить было и нельзя. СМС от Уоррена. Хе-хей, Макс, мне написала Хлоя, и теперь я понял, почему вы лучшие подруги. Она секси, видимо, в этом и есть причина. Хлоя и правда написала тебе. Ну, ее номера у меня не было, теперь я понимаю... Почему ты не захотела обезьянничать со мной? Хлоя тебя очаровала. Она под стать тебе по крутости. У меня много крутых друзей. Ты, например. Это да, повезло мне. Мне тоже с тобой повезло. Скоро увидимся. Надеюсь. Сообщение о китах. Ладно, давайте отправляемся в гараж. Yep, locked from the other side. Окей. Кстати, из-за той тех кучи перемоток, которые я делал со временем, еще в попытке спасти Уильяма. Помните, здесь я оставлял рисунок бабочки, да? Но из-за того, что кучу перемоток я делал, этот рисунок, получается, не сохранился. К сожалению. Ну, знал бы я, что каждый раз его нужно будет делать. Я бы еще раз сделал рисунок. It looks like David finished his car repairs. Maybe there's some new clues around. Может быть, я надеюсь на это.
Итак, начнем осмотр по кругу. Давайте начнем с левой стороны. Записка. What the hell did David do for Nathan? And what did his dad do for David? Мистер Мэтсон, благодарю за помощь с Нейтаном. Я это очень ценю. С наилучшими пожеланиями, Шон Прескотт. Оружейный стеллаж, в котором не хватает одного пистолета. Oh, that makes me sad. It was so incredible to see William again. I wish Chloe could too. Да уж. Oh, jeez. David is packing up wedding stuff too. There's more to David Mattson than meets the eye. He should finish this letter to Joyce. Джойс, ты же знаешь, у меня не очень получается выражать свои мысли или же объяснять некоторые свои поступки. Я лишь знаю, что никто меня не понимает так, как ты. Я бы никогда не причинил вред ни тебе, ни Хлое. Моей целью всегда была лишь забота о своей семье. Да, я переборщил с установкой камер наблюдения и со всеми этими подозрениями, о чем сейчас очень жалею и чего стыжусь. Но в Аркадия Бэй творятся мрачные вещи, о которых я тебе никогда не рассказывал. Ты моя жена и партнер по жизни, и у нас не должно быть друг от друга секретов. Я собирался тебе все рассказать, но мне не хватало доказательств. Вместо этого учащаяся совершила самоубийство во время моей смены. Ты выгнала меня из моего любимого дома, а моя падчерица ненавидит меня. Пожалуйста, дай мне. И не закончено. Мне его жалко, друзья. Он... Неизвестно, плохой ли он человек, возможно, даже нет. И, скорее всего, даже нет, просто он такой. I promise I'll help Miss Grant next time. If there is one. Дэвид Мэтсон, от ректора Уэллс, кому Дэвид Мэтсон. В дополнение к нашей недавней беседе с системой наблюдения, мисс Грант поставила меня в известность о том, что ее петиция была лишь первой волной протестов. Одновременно с началом новой эры системы безопасности Блэквелла необходимо найти баланс между этой самой безопасностью и приватностью студентов. С наилучшими пожеланиями, ректор Уэллс. Oh, meow, Miss Grant. Twist that knife. От Мишель Грант, кому Дэвид Мэтсон. Я и без системы наблюдения видела, что вам откажут. С наилучшими пожеланиями, мисс Грант. At least he has one weird fan. Вот анонима Дэвиду Мэтсону. Уважаемый мистер Мэтсон, просто хотел сказать, я считаю, что с вами поступили очень хреново. В этой академии слишком много метросексуалов, которые не уважают ни вас, ни военных. Я чувствовал себя в безопасности в своем общежитии, когда вы были главой охраны, и знал, что вы меня защитите. Надеюсь, вы вернетесь в Блэквелл и обеспечите нам надлежащую охрану ночью. Мне страшно находиться в этой школе. Wish I had surveillance footage of that conversation. От Дэвида Мэтсона Реймонду Уэллсу. Хочу извиниться за излишне эмоциональное поведение вчера в кабинете. Я был огорчен тем, что меня уволили из Блэквелла без какого-либо надлежащего расследования всех фактов, основываясь лишь на обвинениях, не внушающих доверия студентов. Академия Блэквелл больна раком, и без меня эта опухоль будет лишь увеличиваться. С уважением, Мэтсон Дэвид. А его уволили? По-моему, друзья, я что-то пропустил. Когда же его уволили? Ведь только ж вот позавчера, получается, ночью он ловил нас в бассейне. Когда и за что его уволили? Возможно, за то, что он пропустил, как кто-то пробрался в бассейн. Или... Даже не знаю, друзья. Кстати, ноутбук пропал. Ну да, он его забрал, само собой. Surveillance cameras at Pan Estates? David must be working for the Prescotts too. Может быть и так, подрабатывает халтурками. Кто знает. I wonder if David is going to the party. Даже здесь в брошюрке клуба Циклон. Шкафчики. Посмотрим. Whoa, that is a serious padlock on that locker. Hey, David, what you hiding? Можем ли мы открыть его? Подождите, мы где-то... В прошлый раз, когда мы искали в гараже сведения, мы находили, искали пароль для компьютера, да? И мы находили код
четырехзначный. Нет, стоп. По-моему, 7171, по-моему, ну-ка. Да? Да. Yes, I knew that number would be important. Вот его запомнил почему-то. Те цифры остальные были не так легко запоминаемы. Oh, maps, notes, coordinates, photos of Kate, Nathan. Oh, yes. Воу. Широта, долгота. Зачем ему это? Он даже это сфоткал. Возможно, это компромат? Он шантажировал Прескотов? Дело в том, что за такую фотографию Нейтана могли запросто просто отчислить. Нейтан на парковке возле школы избивает другого ученика. Это достаточный повод для отчисления. А это чей пикап? Score. Back to Chloe now. Судя по всему, мы все нашли, что должны были. Oh, look at the baby blue jay eggs in the nest. I better move his plank if I want to take the shot. Excuse me. Just one picture, please. Click. Another photo from my Arcadia Bay Wildlife series. Отлично, фоточку сделали. Поставим на место доску теперь. Давайте, конечно, на место, как было. Sleep tight, my eggy wags. Я думаю, если бы мы этого не сделали, не поставили на место доску, было бы что-то негативное в итоге. Ну, больше здесь ничего и нет. Давайте тогда поднимемся к Хлое и покажем ей, что мы нашли. Yo, Chloe! Are you ready yet? I have to get back to my dorm. Are we happy? Very happy. I hit the secret file jackpot. Kate, Nathan, and Rachel. Plus some location coordinates. David is like a one-man surveillance army. Now let's get the hell out of here before we get busted. Now let's go find out what Nathan is hiding in his room. We have to be extra careful. Max. Now it's time for Nathan Prescott to be afraid of us. Неужели мы обыщем комнату Нейтана Прескотта? Что же мы там найдем? Hey, Max. How you doing? Oh, hi, Mr. Jefferson. I'm okay. And this is my friend, Chloe. Yo. Chloe? Why isn't somebody as cool as you going to Blackwell? I was way too cool for the school. It's a long story. In actual files here. I can imagine. Max, are you sure that you're all right? It's weird just being on campus like everything's normal. I know. Lame as it sounds, life has to go on. I think there's too much going on in my life. On that note, Blackwell duty calls. Remember, I'm going to announce the winner of the Everyday Heroes contest tonight at the party, so I hope you'll be there to celebrate, even though I'm sorry you didn't enter a photo. I understand your reasons. You can't force an artist to work. I feel like a total loser, but it's been a hard week to focus. No pun intended. I'm proud of you for caring so much about a troubled friend. And I take hope in the fact that you have plenty of time to find your way. Just get in the habit of putting your work out there. Thanks, Mr. Jefferson. I'll definitely be there tonight. Me too. I'll be Max's date. You better dance with us at least once.
Nobody should have to see me dance. Plus, you don't want to watch the old hipster trying to keep up with the kids. I have some pride. Be seeing you. Yes, you will. Hot for teacher. Gross! You're out of control. Not yet. Just wait until the rager tonight. Shut up. Don't be jealous because Mark Jefferson thinks I'm cool. I am so ignoring you. Fine. Since I'm here, I'll see if I can get some dirt from Justin. I haven't talked to him in a while. Now that is a great plan. Так, что же требуется от нас? Давайте пройдем, допустим, с этой стороны. Сейчас просто осмотримся. Дэниел, давай поговорим с Дэниелом. Hey, Daniel. You look bummed out. Are you alright? Hola, Max. I just figured out that my photos basically suck. I'm a wannabe artist. Не сдавайся. Don't give up that easy. Just stay away from your sketchbook for a while. You need to keep taking the shot, as Mr. Jefferson says. Stay away from my sketchbook? You don't know me, Max. That's like you staying away from your camera. I think I'll just sit here bummed out, thanks. Возможно, стоит выбрать другой вариант ответа. Hey, Daniel. Так как мы ему, в принципе, не помогли. Абсолютно. Фотографируй что-нибудь другое. You should try different subjects. Something more like your portraits. That makes sense. But not if I can't choose the subjects in class. If only I could draw my photographs. I think I'll just sit here bummed out, thanks. Не будем перематывать, другой вариант ответа мы тоже пробовали. В принципе, никак ему не помогаем. Justin, it's been so long since I've seen you. Because you're way too cool for us now, Chloe. Через нас прошел, так я и думал. Try going to Blackwell. Insane. So I hear. Any word at all on Rachel? Dude, I wish. Bigfoot, stop! I hope Max isn't pissed that Warren asked me to the drive-in. Hey, Brooke, how are you? Considering what happened to Kate, I could be better. Are you okay? Давайте поговорим, допустим, о квадрокоптере ее. I might feel better taking your drone for a quick flight. Miss Grant caved and let me fly her again. So take a spin. I have to see what time I'm going to the drive-in with Warren on Saturday. Он сам тебя попросил? Oh, he asked you to go to the drive-in with him? Well, that's cool. I love the drive-in in Newburgh. So old school, but so much fun. Like Warren. Кстати, нам бы сейчас очень пригодилась эта штуковинка, этот гаджет, квадрокоптер, чтобы найти Нейтана и при этом самому не спалиться. Хотя внутрь-то мы не залетим, разве что в окна позаглядывать. Думаю, достаточно, налетались уже. Thanks. I hope Max isn't pissed that Warren asked me to the drive-in. Back again, Brooke. Are you sure you're all right? Давайте поговорим про Нейтана. I need to find Nathan. Have you seen him around? I was distracted by Warren asking me out to the drive-in. Nathan was suspended, but he should still be on campus.
I did see him this morning heading off campus. He looked more angry than usual. I wouldn't look for him now if I were you. I hope Max isn't pissed that Warren asked me to the drive-in. I have to go. Talk later, Brooke. Good. Nathan is not around. I should go back to Chloe. Coast is clear. It would be so cool if you and me were going to school here together. But now you can have Mr. Jefferson all to yourself. Ugh, you suck. Now let's get into Blackwell Ninja mode. Да запросто, как два пальца. So lame, they don't have co-ed dorms here. Yes, because I want Nathan Prescott in the room next door. Good point. Wait here. Give me the signal if Nathan or anybody shows up. I won't let you down, Batmax. Batmax. Now I just have to find Nathan's room. Evan. Of course. That's why no shits were given. Evan rolls. Гадости про клуб «Циклон» написаны. Oh, why, hello, Trevor and Dana. Развлекаются там. Скейтбординг — это не преступление, написано на доске. Вот. This can only be Nathan's room. В этом городе рулят Прескотты, написано на доске. А давайте просто обойдем, взглянем, что здесь еще есть. Looks like one of the jocks did care about Kate. Извини, Кейт. Hello, Warren's room. Hawking and him make a good team. Еще раз. Нет уникального изображения реальности. Стивен Хокинг. Какие звуки из комнаты сдаются странные. Ugh, skunkweed and video games. I sense Hayden is near. Все хорошо в лесу. У Бигфутов большие яйца. Jerks. At least nobody messed with the Kate portrait. Да, действительно, по крайней мере, так. Even after Kate, nobody here learned anything about bullying. Тупо издеваются над кем-то. Тупо издеваются. О, еще лучше. А, это вообще дверь в туалет. Я подумал, что это дверь в комнату в чью-то. Sit and shit. Сядь и сри. И тому подобные надписи. Ну, ладушки, давайте отправляемся в комнату Нейтана. Неужели хоть какая-то комната закрыта на самом деле? А теперь бы нам отмотать время назад, чтобы дверь была не взломана. Можем Now мы это I сделать? Need to find Nathan's phone or anything with clues. Отлично. Не знаю, нужно было это делать или нет, но думаю, это безопаснее будет. Так, сообщение от Джойс. Макс, теперь, когда Дэвид ушел, мне нужно, чтобы Хлоя научилась избегать конфликтов и скандалов. Правда, с этим могут возникнуть проблемы, если вы с ней будете замешаны в противозаконных действиях. Например, этот ночной взлом Блэквелла. Можешь ничего не объяснять, я знаю, что произошло.
Я надеялась, что ты подашь ей хороший пример, но похоже, она опять в тупике. Ты бы могла оказать на нее хорошее влияние, но только если вы обе не решите играть по-плохому. Так или иначе, теперь она не сможет больше во всем винить Дэвида. Прости, Джойс, даже я иногда творю глупости, но я стараюсь положительно влиять на Хлою. Знаю, Макс, все забываю, что вы еще не совсем взрослая. So cute and ironic. I can't believe Nathan still has it around. Лучший сын на свете. Эта грамота является доказательством того, что Нейтан Прескотт официально является лучшим сыном на свете. 6 июня 2006 года нашей эры. Родители Шон Прескотт. Как мило. That monochrome camera is brand new and costs about $6,000. Bastard. Ну да, он себе такое позволить и может. I thought Victoria had the photo bling, but... Once again, the Prescott's rule. Что там такое смотрит? Нечто артхаусное. Просто для атмосферы, возможно, включено. Что за таблетки? I don't think this prescription has helped, Nathan. Какие стоны там на заднем плане, просто ужас. Причем стоны мужские. Такое ощущение, что кто-то там сам себя. I'd cry too if I had him for a father and had to wear that suit. На компьютере такая же заставка, к чему бы это? Давайте полазим. Nathan is way into this party. Bad sign. Как делишки, Виктория Чейз от Нейтана Прескотта. Привет, красотка, перед вечеринкой скажи мне, что ты наденешь, чтобы я надел что-то такое же отлично стильное и дорогое. Я так возбужден из-за предстоящей вечеринки, что заранее добыл наркоту. Я даже попросил отца держать мусоров подальше от Блэквелла. Так что мы можем без последствий нажраться в жопу. Если у нас будет конец света, так давай, блядь, правильно его отметим. Я ведь прав? Bastard. Now I remember why I hate you. And why Kate will get justice. Хоть как Кейт одичала. Это то самое видео, которое он как раз таки и выложил в интернет. Юрол, пародия на YouTube. Ужас какой. Oh man. Sean Prescott might be Nathan's real problem. Не беспокойся, отправитель Шон Прескотт, получатель Нейтан. Нейт, я понимаю, что эта неделька была напряженной. Мы всегда рядом. Если вдруг тебе нужно поговорить, можешь в любое время назначить встречу. Твоя мама хочет снова позвать доктора Билла после того, как он закончит свое турне в поддержку книги. Но лично я советую тебе просто принимать лекарства. Мне нужно, чтобы ты был тише воды, ниже травы, пока мы возводим Penn Estates. Знаю, быть Прескоттом – тяжкое время, и я буду наставлять тебя шаг за шагом, как это делал мой отец. Мне было тяжело, когда отец открыл мне глаза на нашу судьбу. Но когда-нибудь ты поблагодаришь меня. За Блэквелл не переживай. Этой дыре мы пропишем клизму. И заодно заклеймим вечным позором. Мне нужно, чтобы ты был готов подмять его под себя, когда настанет нужный момент. Не налажай, сынок. Твой отец. Too bad Nathan isn't more like his sister. She sounds awesome. And far away. Кому? Нейтану от Кристин. Ты добавил из Бразилии, братишка. Я давненько ничего от тебя не слышала. Так что черкни мне пару строк о своей учебе в Блэквелле. Я уже всем своим коллегам в корпусе мира похвасталась, что мой талантливый братик Нейтан получил полную стипендию в одной из лучших школ искусств мира. У меня не часто выходит проверять свою почту или телефон, но пожалуйста, 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 пришли мне пару фоток кампуса, чтобы я могла представить, каково тебе там живется. Скучаю по тебе и твоим снимкам. И да, мама рассказала мне, что ты попал в неприятности, а отец вовсю тебя отчитывает. Тебе нужно научиться либо игнорировать его, либо отстаивать свою точку зрения. Ты знаешь, как я люблю отца, Нейт, но именно из-за него я вынужден торчать в джунглях на краю мира. Он словно хулиган, унаследовавший власть, но не мудрость. Единственный способ бороться с ним – давать сдачи, не позволяя ему превратить и тебя в такого человека лишь из-за какого-то наследия. Все, я закончила читать тебе нотации. Просто хотела, чтобы ты почувствовал себя как дома. Возвращаюсь в джунгли, мысленно с тобой. И черкни мне пару строк в ответ, а то пришлю тебе ягуара. Целую и обнимаю, Крис. Yes, Nathan sure needs diet pills. This is strong stuff. Экстремальная подавляющая диета доступна онлайн без рецепта. 100 таблеток, 250 зеленых. Wow. Kiss ass much, Principal Wells. От ректора Уэллса Нейтану Прескотту. Нейтан, я хотел бы принести свои извинения за недавние обвинения в твою сторону.
Два фамилия и успеваемость говорят сами за себя. Студенты готовы это использовать, чтобы заработать себе имя в Блэквилле. Мне известно, что твой отец был очень огорчен, даже несмотря на мои заверения о том, что ты бы ни за что не принес оружие в школу. Я не хочу, чтобы ты отвлекался от занятий, и, разумеется, этот вопрос будет решен к концу недели. Если у тебя возникнут какие-либо вопросы, можешь всегда обратиться ко мне. Ой, ублюдок. Ой, жопа Лиз, правильно мы сделали, что забрали 5000 взяточные. Holy shit! That's the gun Nathan used on Chloe. Руководство по использованию. Меры предосторожности. GB17, 9-мм пистолет. Инструкция. Инструкция? А разве к пистолетам бывают инструкции? Странно, я не знал. Nathan likes his tortured subjects way too much. Ужас какой. Сколько у него дисков-то? These films all have a dark pattern. Сколько у него дисков, пипец. Nathan took this from Kate's altar. Why? What is with this dude? Oh man, that dickhead stole one of my selfies. Видимо, он на него по вечерам лысенького-то гоняет. He has everything in here except peace of mind. Damn, Nathan, that's a nice shot. If only all your energy went into photography. It's so damn creepy, but the guy has his own style. I don't think one book can guide the Prescotts. Обуздание гнева. Руководство по обузданию гнева для подростков родителей. Доктор Билл. That looks like a totally fun show. Even Nathan has a light side. Whale songs? Maybe this is the only soothing thing Nathan ever hears. А что же в ящичках? That is so Chloe. Привет, говнюк, нам нужно поговорить, иначе все узнают, что ты натворил. Тогда ты за все поплачешься, хуйло. Oh my god! Chloe! Ух, обдолбанная Хлоя! Об этом, думаю, ей стоит сказать, что Нейтан хранит у себя фотку ее обдолбанной. Нейтан clearly has his fetish down. Там больной ублюдок, тут Нейтан. That must be the lamp Chloe broke when Nathan drugged her. Я даже не знаю, все ли мы нашли, что мы должны были найти здесь. Но, в принципе, мы ничего толком и не нашли так-то. Давайте просто еще раз проверим. По-моему, здесь мы все осматривали. Да, ничегошеньки нового я не вижу. Значит, нам можно, по идее, выходить. Yes, I would be cool with having this high-tech projector. Ну, не понимаю, в чем прикол. Ну, да, для прикола попонтоваться так. Проектор можно было бы, конечно же, но посмотреть на нем фильм, к примеру, ну это ж не то, и качество, и все. Это чисто артхаусные фильмы какие-либо смотреть. Кроме этого, нормально ничего не посмотришь. Царапина на полу. А вот этого я не видел. He has everything in here, except what the hell are all those marks on the floor? Давайте-ка мы передвинем Let's диванчика. Let's find out what you're hiding. Ага. Oh yes, little phone, you are mine now. А почему он свой мобильник не носит с собой, а прячет его Now I have Nathan's phone, so I can show it to Chloe. Вот этого, друзья, cool. Я не могу понять. Now it's open. Вот я не могу понять, почему как бы мобильный телефон, мой мобильный телефон, к примеру, всегда при мне. Я никогда его не прячу в пакетике где-то там за диваном.
Возможно, это другой телефон. Один у него обычный для разговоров, а другой чисто для того, чтобы вести свои грязные наркотические делишки. Он все-таки наркоту толкает, если мы правильно помним. Damn, Max, you're finally back. I got worried. So, what did you find? His room was clean and creepy. Check this out. Boom, Nathan. We got you by the balls, fucker. What are you doing in my dorm? You're such a nosy bitch, Max. Stop right there, Nathan. Make me ho. Max, I got this. Get the fuck out of my face. Whoa. Вот она, молодчага. You are so fucking dead. Get off me, bro. Давайте, я не знаю, остановить его. Ему же будет хуже, если он сейчас что-то сделает с Нейтаном. Я не знаю, друзья, я хочу, чтобы Нейтан тупо отфигачили и все. Давайте остановим Уоррена все-таки. Уоррен, stop it! Come on! Oh, oh, my head! Why are y'all looking at me like that, huh? You and you, you're all dead! Let's go. Now. Plus, my dad is on his way. You're all fucked. He owns you. Even if Nathan definitely deserved a beating, we should try to be better than that. Может быть, стоит все-таки... опасно, просто опасно связываться. Хотя мы и так уже его избили, но я бы хотел посмотреть, что будет, если вообще его покалечить, блин. Ладно, мы можем таким образом просто Уоррену навредить. Он за нас вступился, он сейчас просто может сам себе жизнь сломать. Связаться с такими людьми, которые имеют власть. Damn. Тупо выгонят его из школы, к примеру. Уоррен, thank you so much. For what? For headbutting Nathan Prescott. That was awesome. I don't know. I almost went crazy there. Like Nathan. You're not anything like him. Good to know. So where are you going? I better stick with you guys. Just in case you need me to get my Hulk on again. Or should I call the cops on Nathan? No police. Not yet. So maybe you better... Warren, me and Max have to do this on our own. No offense. It's cool. Whatever I can do to help. What you can do is find out anything you can about Nathan's father. I'm on it. Between the snow and eclipse, I'm assuming the apocalypse is around the corner. And thank you. Seriously. I'll call you later. You better. I'm feeling pretty alpha now. Yes, you are. Молодец, парень. Реально молодец. Просто вот это друг. Так yeah, понимаю, ты реально so наш друг. I know. He really did give a serious beat down to Nathan. It was a little scary to watch him do that. Now let's make a date with Frank. Will he even answer you? Frank always answers when he wants money. Like I said, Frank wants to see me right now. Let's not keep him waiting. Опять-таки сейчас будет опасная встреча. Ох, опасная. God. I hate seeing those poor whales like that. Me too. I just think of their families in the ocean out there looking for them. Well, that asshole is gonna help us find Rachel. Or what? You'll actually shoot him? Chloe, do not count on my rewind. Seriously. Obviously, I'm not counting on you. That's why I have a gun. And I might even save you someday. About time. I am so going to hit you.
There's no way we could have guessed this is what would happen to us when we grew up. I'm looking forward to the day when we can just go on a road trip to Portland. Fuck yeah. You, me, and Rachel. Absolutely. So let's play this cool, okay? Just pay Frank his money, and then we can get that code for the book from him. That's all. Got it. No dicking around. Let's roll. Дайте угадаю, все пойдет через задницу, да? Ну, само собой, по-другому быть и не может. Дальше, друзья, давайте прочитаем. Что появилось снова. Еще никогда я так не радовалась Хлое. Когда я снова увидела ее голубые волосы и милое разозленное личико, то снова захотела ее поцеловать. А я ведь даже не могу сказать ей, где я была и почему. Это еще больше толкнет Хлою от меня. Ладно, нужно сосредоточиться на поисках Рэйчел. Хлоя ведь день корпела над своей детективной работой, пока я прохлаждалась в другой реальности. Конечно, теперь мне было гораздо легче обыскать гараж Дэвида, раз уж Джойс его выгнала. Наверное, поэтому Хлоя выглядит такой довольной. Мне, конечно, неприятно обижать Дэвида, но он перегнул палку. Скажем так, он уволен. Зато теперь я могу без проблем найти его секретные материалы. После того, как мы нашли новую инфу, я с радостью наблюдала, как Хлоя перевоплощается в Шерлока, пока мы собирали воедино все улики на нашей доске. Но мы-то с вами знаем, что Хлоя – это доктор Ватсон, правда? Элементарно. Честно говоря, после всей этой печали я почувствовала себя такой счастливой. Просто потому, что теперь я снова в деле со своей лучшей подругой и ее голубыми волосами. Ура, черт возьми. Ой, друзья, извиняюсь. Много сегодня за день читал. Сбиваюсь уже. Как только мы получили остальную информацию от членов нашей команды, я и Хлоя отправились в мужское общежитие Акологова Нейтана. Хлоя стояла на стреме, пока я пыталась ворваться в комнату Нейтана. Пусть я и стала супершпионкой и просто неуловимым ниндзя, я все еще удивляюсь тому, что нахожу в других комнатах, в том числе и в пещере Нейтана. Я как будто вошла из света в тень, сделав всего один шаг. Клянусь, я даже почувствовала, как упала температура, но потом вспомнила, что Нейтан все же разбирается в ремесле фотографа, потому и хранит оборудование в холоде. Я же храню его в классе мистера Джефферсона. К слову о холодных вещах. Комната Нейтана буквально ломится от странных предметов. Мрачное, но интересное фото. Намеки на то, что его унижает отец. И самая важная улика – его телефон, полный сообщений и загадок. За последнюю неделю шпионить и воровать стало для меня обычным делом. Герой дня называется. И вот тогда появился Нейтан Прескотт. Он выглядел таким раздраженным, и я сразу поняла, что ему срочно нужна помощь. А затем я вспомнила, что он еще и полный козел, который крайне опасен для меня, Хлои и Кейт. Но прежде чем я смогла отмотать время, появился Уоррен, мой белый рыцарь, эпично ударила его головой. Я не могла в это поверить, как и сам Нейтан. По факту, Уоррен в буквальном смысле собезьянничал Нейтану по лицу. Это было жестоко, и я еле-еле оттащила Уоррена, не дав ему размазать Нейтана по полу. Да, у Уоррена с ним свои счеты, но это было явно не к месту. Даже если Нейтан и заслужил такую участь, я бы все равно не смогла спокойно наблюдать, как Уоррен показывает ему, кто в Блэквилле теперь хозяин. Знаете что, друзья, давайте, пожалуй, продолжим уже в следующей серии. Спасибо вам большое за просмотр. Не забывайте подписываться на канал и ставить пальцы вверх. Как обычно, с вами был Зоди. Удачи, друзья. И встретимся в следующем видео. Пока-пока.